И второе предложение – это лимит легионеров 4. То есть 4 легионера в заявке на игру. Собственно, клуб может подписать любое количество легионеров, но в заявке на игру присутствует только 4. Уменьшение количества легионеров, в принципе, позволяет за те же деньги клубам приобретать более качественных игроков. Но это внутренний вопрос Суперлиги. С точки зрения Национальной Федерации, это позволяет вести борьбу украинским игрокам за место. Это стабильное присутствие на поле украинских игроков и обретение ими, по крайней мере, шанс для обретения ими уверенности в своей полноценности на поле. Потому что когда эпизодически возникает на поле все 5 легионеров, они так находят язык между собой, таким образом, что украинские игроки, я не смогу сказать, что они полностью выпадают из игры, но они теряют инициативу, собственную внутреннюю инициативу игровую. Выражается это очень просто в статистике. Если мы смотрим наших ведущих игроков, подавляющее большинство, с точки зрения статистики, их активность очень невысокая. Это можно проследить. Это уже вопрос анализа статистики. И мы абсолютно четко прослеживаем, что среднестатистический игрок, кандидат в национальную сборную, не является очень активным участником встреч. Я хотел бы, чтобы меня правильно понимали, что такое, значит, не очень активный участник. Конечно, он находится на поле, конечно, он принимает мяч, его отдает, но мяч можно отдавать по-разному. Мяч можно пытаться сделать голевую передачу, а можно просто его пассивно вернуть назад, ничего не испортив. С нашей точки зрения, наиболее универсальной на сегодняшний день является формула, это 4 легионера в заявке на игру.